Всем привет, мы снова на Интернешнале, и со мной здесь Инжелай, игрок IG Vitality. Привет, Инжелай, как дела? Американец спрашивает, как у тебя дела? Я ничего не понял. Ну и ладно. В целом, вы выступили неплохо на групповой стадии, но в итоге упали в сетку лузеров. Где вас ожидает встреча с DC? Какие у вас ожидания от предстоящей встречи? Американец пытается сделать нам приятное и говорит, что мы хорошо выступили на групповой стадии, но в итоге упали в сетку лузеров. Я, если честно, вообще не понимаю, почему я не вырезан из этого видео, ведь на русский язык можно и вырезать меня. Я, если честно, тоже не понимаю, зачем тебя не вырезают из этого видео. И человек, который сейчас меня слушает и пытается меня переводить, сейчас сидит и ждет тебя, пока ты переведешь на английский. Это очень странно. Мы очень внимательно изучаем стратегию DC и очень осторожно готовимся к игре с ними. Мы считаем их очень сильным соперником, но если мы хорошо все придумаем и хорошо все исполним, то мы можем их победить. В последний раз, когда вы должны были выступать на американском турнире, это был бостонский мейджор, и Супер и Dogfights не получили визу. Были ли у вас опасения, что история повторится и перед TI, и ребята снова не получат визу? Кажется, я только что понял, почему меня не вырезают из этого видео. Потому что я сижу рядом с тобой в кадре, и если меня вырезать всю мою речь, то получается, что все интервью я буду сидеть и молчать, и все будут спрашивать, что за челик справа, и почему он все время молчит. Так что, возможно, челик, который озвучивает видео, все делает правильно. Мне почему-то кажется, что этот челик просто рофлит над нами. И в комментариях будут писать, что он просто издевается над китайцами и очень некрасиво поступает. Но с другой стороны, я его прекрасно понимаю. Ведь когда я говорю, он ничего не понимает. А вырезать мою речь глупо. Мы получили визу всего за 2 недели до ивента. И поверьте, это было очень-очень тяжело. Мы все волновались на этот счет, переживали. Очень хорошо, что мы все здесь оказались. Когда вы сюда прилетели и начали играть групповую стадию, сильно ли вы нервничали перед играми или во время игр? Или у вас все было в порядке и вы просто шли за результатом? Я тут подумал, что на самом деле это очень хорошо, что я сижу здесь и меня не вырезают и так далее. А еще хорошо то, что все китайские игроки почему-то доджат учить английский, и поэтому у меня есть работа. На самом деле, нас столько живет на свете, что я очень рад, что у тебя есть работа, и вообще у многих китайцев. Мы тем самым помогаем друг другу. Где бы ты был, если бы я знал английский? Вот где. Чем бы занимался? Нас несколько миллиардов, а известен только Джеки Чан по-настоящему. Первые несколько дней мы действительно чувствовали определенное давление, но по ходу турнира мы стали набирать обороты, и нервозность немножечко отошла. Но, к сожалению, в последний день групповой стадии мы немножечко поплыли по драфтам. Ну что ж, огромное спасибо, что подарили нам свое время, поотвечали на вопросы. Есть ли у вас приветы, пожелания? Американец просит поблагодарить тебя, своего переводчика, который потеет уже 5-й год подряд. Конечно, конечно. Большое спасибо переводчику и вообще всем переводчикам. Они топовые. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Больше интервью будет. До свидания.